Всем привет, с вами я, Рубинок. Сегодня я играю в Майнкрафт, и я построил два домика. Один, как хост-дом. Вот. Это я дом вчера построил за 20 минут. Вот, короче, за час. Вот. За час. Вот. И потом вечером я начал строить, и этот я строил уже 20 часа. Не вечером, вечером я там 10 минут, а видео все шло там 3,5 часа. Вот, ну такой, короче, бассейн с этим. Вот, ну, а потом покажу вам мой домик. Вот, давай сейчас, кухненька у меня тут. Картинки. Картина большая. Спальня. У нас там сундучки указывают. Ну, такое, потому что до видео будет... минут 11-10, потому что у меня приложение только будет так снимать, поэтому извините, вот, и поэтому вот так, ну вот, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, потому что от меня уже два челика отписались по, я не знаю, по какой вине, ну, мне ваше мнение, вот. Это завод, еще не достроился, но уже там ездит. А, завод тортов. Вот. Он ведет сюда, там тележки. И я вам сейчас покажу скейт-парк. Вот так, смотрите. Кафешка. Этот у меня стоит. Я помню последнее видео, где я баню там построил и подумал. Все, увидели, да? Вот, это мой ссылкунчик. Это мой первый дом, который я просто построил самостоятельно. Несмотря на видео, я построил. Ну, я в нем жил. Это горка экстремальности. Не экстремальности, а его сейчас офигеть, сколько она стоит. Стак алматов. Ну, для вас это бесплатно. Вот. И башня. Это самолет. Вот. Отель. Сауна, а тут снимаем портал в ад, ой, портал, ну, не в бане там, посмотрите предыдущие ролики, потайной ход, такие подходим, ну, тут алмазик стоял, я такой, тихо, ничего пока не видно, тут же алмазики просто, тут алмазик стоял, короче, бах, убираюсь, тут кайфушки, ну, тут нет кайфушки, тут были овечки мои, или овцы, как правильно. Ну, поправьте меня. Город называется я Рубинок, а флаг моего города вот он. Вот так. Пожарная машина в моем городе есть. Вот так. Садимся и едем. Зачем сзади там окно сделали? Окно сделали затем, чтобы вот так можно сесть. Если что-то такое опасненькое иногда и поехать, ну это не, она не работает, это декорация, а вот отель и вертолет там работает. У меня тут овечки жили, которыми весь вертолет чуть не сожгли, у меня тут ковер был, поэтому вот такой у меня город, город называется я Рубинок. И сегодня я буду начинать строить Вимас, торговый центр Вимас. Наберите магазин, вот. И я буду делать дорогу к нему, железную, видимо. Мне надо искать другую поляну, другой город, который будет называться. Еще не знаю, напишите в комментах, как назвать мне следующий город. И мне надо найти там где-то поляну. А вообще, знаете что, я боюсь заблудиться. И вот этот город, который я строю месяц, вот этот хостел, который я строил почти что 2 дня, это все может попасть. Не, поэтому я попытаюсь делать его там. Полянка. Вот. Поляна. Ребят, подожди. А может, мне никуда не надо приезжать? У меня тут есть поляна, оказывается. Нифига, тут я могу еще один хостел дом поставить. Ну, нет, тут будет стоять Вимас. Вот. А все напишите в комментариях, что мне тут построить, потому что территория большая. Построить я могу. Аэропорт у меня уже есть. Или вы хотите, чтобы я построил какой-нибудь
значок, кнопку подписаться. Ну, она должна быть не красной, а серой, ребята, запомните. Она у вас всегда стоит красная, а должна она у вас быть серая. Я не знаю, почему вы не нажимаете, вы должны на нее нажать. Вот. Полюбила. Ну ладно, полюбила, полюбила. Ну, мне надо уже ролик заканчивать на этом. Вот. Хостел дома его видели. Конечно, я его так-то и не показал. Потому что я боялся, что у меня видео маленьким будет. Оно у меня и будет маленьким. У меня есть 5 минут, поэтому... Ладно, я вам покажу. Всей красоте его. И ночью, и днем. Давайте начало ночью сейчас. Вот этот вам... А какой вам больше нравится? Вот этот или так? Мне нравится. Ну, вот этот, конечно, побольше, покрасивее. Давайте. Так, полночь. Вот так он выглядит ночью. Конечно. А у Тома он еще красивее. Бассейн. Цветочки. У меня вокруг другой цветочки. Столик, смотрите, тут сидите, смотрите, есть экран. Можете посмотреть вот так, спускаемся, двери, ромашки тут. Брони, если вы вдвоем живете, вот. Стол зачарования, тут сундучок-то весь. Это не нычка, это просто, если вам надо что-нибудь положить, сюда вот. И тут две наковальни. Вот так. Поэтому очень хороший дом. Я посмотрел его на одном канале, наверное. Вот, ну, подпишитесь на тот канал и подпишитесь на мой канал. Потому что он будет хорошо учить, а все очень хорошо строить. Ну, а также не забывайте подписаться на меня, ставить лайкос огромный. За то, что я ездил на водопады, я снимал колонку, все вот это в Анапе. Блин, мне хотелось все просто поотдыхать без съемок. Ребята, ну, я все делаю ради вас, поэтому я снимал. Мне надо было просто набить. У меня есть цель, ребята. 1000 подписчиков. Вот это... Я вот к этой цели уже иду 2 года. Даже если с облегчением 3. 3 года я иду к этой цели. И вы можете помочь. Это же все в ваших руках зависит. Вы можете взять и нажать на эту кнопку подписаться. И тогда все изменится. Моя цель исполнится. И я проведу вечерний стрим, где я буду самостоятельно строить небоскреб гигантский. Вот, и это все, если хотите, розыгрыши будут. Но вы сначала должны набить 1000 подписчиков, ребята. 1000, и все будет в ваших руках, давайте. Ну, на этом ролике я могу заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем хорошего дня. И не забудьте написать комментарий, какой дом мне, какой вам дом нравится. Вот, и что на поляне построить-то. Ну, а я начал строить. Всем пока. Пока.